рубль 2 накидал. Еще раз, первый раз не очень получилось, ветра не хватало. Сейчас ветерок лучше дует. Так. Красненькие 2, один мелитопольский, самый высший, и Саша Гаврил. О, подошел мелитопольский рыженький. Так, сейчас. Это утром его сдуло чуть-чуть. Это я, в принципе, под него и кидал. Вот. Подошло рыженькое мелитопольское. Парочка красненьких мелитополец и аврилов летают. А белый вот это остался с березовки Виталика. Вот. Летают. Так, вот я парочку накинул, вот мое выводное рыженькое сплошное, вот оно, ну это дяди Саши Гаврилова, красненькое 2-2, вот они парочка, вот парочка, не пасет задних, Мариуполь. Тоже цепляется, тоже летит. Красивейший лед. Красивейший лед. Стойкий. О. Так. Вот он. Чуть ветерком тащит. Оно пригребет. Летало всегда и будет летать. Такое голубя. А красненькая он задралась выше чуть-чуть. Что дикарит. О, боится эта сволочь. Вот это вот. Эти ласточки, блять, хуже, чем копцы. Начала дикарить, текать. Он еще и это, блядь, как баклан прилетел. А вот рыжачечка надходит. Надходит. Вот эта комбинация Сергей Хмельницкий и Белая Церковь Коля Машковский. Такое голубя получилось. Оно мне очень нравится.